покрутимся в городе. Посмотрим, какие гонки нам доступны с привилегиями лиги. Thank you.
Слышала новости? Нет, а что? Помнишь того копа с полным багажником налички? Офицера Шоу? Того, что конфисковал мою машину? Его сегодня осудили за мошенничество. Давно пора. Он был занозой в заднице. Да, но... А как же Торрес? Она типа вне подозрений. Хотя замешана во всем этом не меньше его. Почему он не потянул ее за собой? Видать, заключил сделку. Или у нее есть на него кое-что похуже. То, что заставляет его помалкивать. Кто знает, что еще они проворачивали. Да. Я начинаю думать, что Торрес опаснее их всех. Она точно не глупа. Давай не будем с ней ссориться. Согласна. Пока.
Половина гонщиков как будто забыла о том, что мы сделали для этого города.